Сидели как-то пятеро финансистов, и один вдруг почесал Rolex и говорит: «А давайте-ка расскажем всем, как надо думать, чтобы зарабатывать». Остальные согласились, так и появилась игра Libertex. Все как в реальности, начинаете с нуля, работаете на самой низкооплачиваемой работе, отдыхаете, спите, едите. Планируйте свое время. Заработали немного денег, попробуйте вложить куда-нибудь. В недвижимость, в свое дело, в акции и другие биржевые инструменты. Или используйте деньги для грамотного выбора открывающихся возможностей. Следите за рынком. Учитесь защищать свои инвестиции от кризисов. Разбирайтесь в финансах и считайте деньги как профессионал. Когда заработали достаточно, зачем останавливаться? Смело идите дальше и осуществляйте все ваши мечты.